Так, Юпитер 8 декабря 2020 года над Харьковом. При автоматических настройках, ну, небо крайне задымлено, затуманено. Фактически через сплошную пелену жиденьких, но облаков смотрим на Юпитер. Да, жаль. В воскресенье было получше. Съемки получились покачественнее. И тут никаких полосах речи быть не может. Ну, спутники я, кстати, в окуляр вижу. По крайней мере, некоторые. Да. Посмотрим на Сатурн. Вот так у нас еще светло. Наш Сатурн в левом верхнем углу. Сейчас мы их по углам разведем максимально. Ну вот, в левом верхнем Сатурн, в правом нижнем Юпитер. Один угловой градус и 10 минут. Между ними сейчас сближаются они до 21 декабря, когда между ними будет 6 минут угловых. 6 минут. 6 угловых минут. Пятая часть диска Луны, по крайней мере, я это в такой формулировке слышал. Давай, Сатурн, хоть на тебя посмотрим. Ты-то колец своих не спрячешь. В отличие от спутников Юпитера. Ну вот он. Сатурн. Осталось дождаться Сатурналей. Да, очень-очень-очень-очень нечистое небо. Глядя на него, кажется, что оно безоблачное, оно сизое, именно натурально, дымка сплошная, равномерная. Слушай, жарко стало, елки-палки. А я оделся как на воскресенье на минус 10. Снимаю я фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000. Увеличение 125 крат, но это не те краты, которые в биноклях. Как мне уже хорошие люди подсказали, чтобы я не вводил в заблуждение народ. Дымка, сизая дымка. Так, нам же еще надо МКС не прозевать. Я-то сегодня с работы сбежал пораньше, именно чтобы МКС снять рядом. 15.57, а в 11 минут... О, зато Марсин появился. Сейчас мы его зафиксируем. По-моему, даже на экране видно. Часть неба синеватая, часть неба беловатая.
Ох, собачки. Рвение свое показывают. В воскресенье их не слыхать было. А тут смотри, рабочий день начался. Рабочая неделя. О! Да, совсем. Темненько. Какое-то сияние. Да что ж ты убегаешь от меня, хороший тема. А, он же вверх ползет еще. А я его ловлю, как будто он на понижение идет. Томился. Марс не хочет себя показывать. Ты посмотри, куда ж ты деваешься постоянно? Вроде ж хорошо мы тебя отцентровали, а нет. Только сбегает из экрана и сразу куда-то сторонку. 104 миллиона километров.